Ребята, в блокбастере Молли открылся головный фудмаркет Украины. Везде наклейки, везде вывески. Я шел и не верил, ну насколько это может быть круто. Это действительно круто, это действительно красиво, большой выбор. Не выспался, от слова, не выспался. Потому что вчера до полтретьего смотрел проект «Игра». Мне понравилось, круто. Так, всем кайфовенького, интересненького, вот такого легко-прохладного дня. Я помчал навстречу по мероприятию. Go. А я красотка. София, Виски, иди сюда. Это просто какая-то утренняя фантастика. Это виска. Ребята, видели, появились парнишки с планшетами. Фотографируют неправильно припаркованных и, видимо, куда-то отправляют. Вот возле кинотеатра «Жовтин» стоит парниха. Ой, ребята, что-то придумал прям с утра. Ну, как с утра, вчера вечером. Крутой проект, и приехал сразу в парковый. Сейчас мне все покажут, все расскажут, какие у них есть залы для моего проекта. Может, тяжело быть блогером? Я не блогер. Нет, не блогер? Нет. Немножко почувствовала блогером, поэтому... Я выдумщик проектов просто. А, выдумщик? Да. Ну, я чисто так просто мимо проходила. А видите, потом... какие милые сотрудники? Сейчас потом мне назовут цену и... Ладно, все будет классно. Видите, какие мне носки подарили Леха и Нина. Они в Штатах живут, приезжали. Game over. Сегодня на свадьбе буду в них работать. $15! Леша, Нина, как же вы меня любите? Спасибо вам.